Привет! С вами video-shopper.ru. У HTC сразу две модели со специальной кнопкой для доступа к Фейсбуку. Клавиатурник Чача и моноблок Сальса. Последний мы и решили протестировать. Сегодня мы наконец узнаем, зачем ему кнопка. В комплекте зарядка, проводная гарнитура, кабель для компьютера и карта памяти на 2 гигабайта. Купив HTC Salsa у нас, вы получите множество бонусов и подарков, увеличенную карту памяти, пленку на экран, полезные программы и более 50 игр. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Кому-то Salsa напомнит легенду или второй Wildfire, а может и более дорогой Desire S. Телефону это только на пользу. Почти полностью металлический корпус и узнаваемый изгиб внизу. Смартфон оснащен дисплеем с разрешением 320 на 480 точек, диагональ 3,4 дюйма. Разница с Wildfire S всего 0,2. Кажется немного, но пользоваться клавиатурой удобней. Все функциональные элементы на месте. Кнопка включения, стандартное гнездо наушников, качелька громкости, микро-USB, фронтальная камера и 4 сенсорных клавиши. Отличия только два. Самое очевидное – Facebook клавиша под экраном. На фоне светло-голубой расцветки, которая была у нас, она смотрелась довольно симпатично. Если о ее полезности можно поспорить, то второе нововведение вам точно понравится – большая и удобная кнопка камеры. Признайтесь, вам ее не хватало. Разъемы для карты памяти и симки расположены под нижней вставкой. Там же литий-ионный аккумулятор на 1520 мАч. Хватит на 2 дня. Для работы показатель просто отличный. Использован процессор частотой 800 МГц и 512 МБ оперативной памяти. На таком железе отлично чувствует себя не только Android 2.3.3, но и последняя версия фирменной оболочки. Мы не будем подробно останавливаться на ее описании и приложениях. Все как обычно. Остается заметить, что в России есть социальные сети куда популярнее Фейсбука, однако в телефоне по умолчанию их ожидаемо нет. Если вы купите HTC Salsa у нас, то получите его с дополнительным программным обеспечением для общения. Клиенты социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, чаты, службы знакомств, онлайн-видео и музыка и многое другое. В телефоне уже установлены клиенты Facebook и Facebook чат. Такие же можно поставить на любой Android. Значит, дело все-таки в кнопке. Как же она работает? Все просто. Одним нажатием вы можете обновить свой статус в сети, поделиться хорошим настроением или умной мыслью. Долгое нажатие, и вы готовы сообщить всем желающим, где находитесь, написать свой вариант или выбрать из предложенных. Чтобы разместить фотографию, достаточно нажать кнопку при просмотре. То же самое можно сделать из меню камеры. Слушаете музыку? Нажмите на кнопку и сообщите всем о своих музыкальных пристрастиях. В бочке меда есть только одна ложка дегтя. Кнопка работает только с родными приложениями HTC. В остальном все довольно стандартно. Телефон поддерживает все современные стандарты связи – 3G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Кстати, если вы собираетесь использовать телефон в машине, лучше заменить стандартные Google Maps чем-то посерьезнее. Закажите телефон у нас, и вы получите его с уже установленной навигационной программой, включающей карту России и актуальную информацию о пробках. Подробности можно узнать по телефону на экране или на сайте video-shopper.ru. Salsa оборудована 5-мегапиксельной камерой с автофокусом и вспышкой. Для социальной сети в самый раз. Видео пишется с разрешением 720 на 480. Мы были немного разочарованы его качеством. Телефон довольно громкий, неплохо справляется с ролью музыкальной шкатулки, хотя стандартному плееру явно требуется обновление.
DVX и X-Vid из коробки не поддерживается. Зато со сторонним проигрывателем Salsa с успехом тянет видео с разрешением 800x480. Только в нашем магазине video-shopper.ru, в том случае, если в течение 14 дней HTC Salsa вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Напомню, купив HTC Salsa у нас, вы получите множество бонусов и подарков, увеличенную карту памяти, пленку на экран, полезные приложения и более 50 игр. Чтобы узнать об акции подробнее, звоните по телефону на экране или заходите на сайт video-shopper.ru. Так что же в итоге? Если вы живете в Фейсбуке и ищете телефон себе под стать, то просто обязаны попробовать Salsa в деле. Но даже если вы далеки от модных фишек, не торопитесь, особенно если думали о покупке Wildfire S. Увеличенный экран, кнопка камеры, более мощный процессор и батарейка на 2 дня. Почти идеальный бюджет. Подумайте! Если вы еще не определились с выбором, посмотрите также наш видеообзор Wildfire S. Удачи!